Накануне в губернаторском лицее состоялась торжественная церемония открытия регионального этапа конкурса «Учитель года 2019». Здесь же пройдут все конкурсные испытания. За звание лучшего педагога со всей области соревнуются с 1992 года. В этом году на звание лучшего претендуют 22 учителя из 20 районов. Ваша работа учителя, она классная. И вы об этом каждый день на доске пишете. Классная работа. Она действительно классная, вы это подтверждаете. Следующее исторически правильное решение вы сделали, когда пришли в конкурс. Конкурс условно разделен на 3 раунда. Первый включает в себя основную часть испытаний. Свой педагогический опыт и кредо участники должны в необычном свете рассказать или показать через самопрезентацию, классный час и методический семинар. Во второй раунд из 22 учителей пройдут только 15. Им предстоит пройти 2 задания – мастер-класс и образовательный проект. По итогу 5 оставшихся конкурсантов приблизятся еще на один шаг к победе. Лучший из лучших определится в педагогическом ринге. Заключительное испытание 3-го раунда. Мы хотим создать на конкурсе не только дух соревнования, мы хотим создать на конкурсе атмосферу дружбы. Мы хотим, чтобы все-таки конкурсанты проявили здесь себя в полной мере. Поэтому постарались не только конкурсными испытаниями наполнить дни, но и культурной программой. Учитель русского языка и литературы Людмила Есина из Майнского района в региональном этапе конкурса участвует впервые. Педагог с 15-летним стажем признается, что желает победы всем. Наверное, нужно творчески подходить к делу, ставить цель, стараться ее достичь, не забывать о том, что рядом с нами тоже педагоги, коллеги, то есть дух товарищества, он тоже должен присутствовать, несмотря на то, что мы конкурсанты. Имя учителя года огласят 16 марта, когда комиссия подведет итоги всех конкурсных дней. Рената Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Ульяновской правды.